Ришат Рустамов, CEO и кофаундер Ivy Group, и его тема «Из технаря в предприниматели и как на этом пути не сойти с ума». Слушайте, ну тема звучит прям максимально интригующе, я, пожалуй, тоже присяду, послушаю. Ришат, вам слово. Да, спасибо большое. Всем привет, рад вас видеть, рад перед вами выступить. Тема, на самом деле, для меня такая, знаете, очень личная, потому что я вам расскажу, знаете, такая цель. Первое, я хочу вам рассказать то, что я встречал на своем пути, то есть какие-то лайфхаки, какие-то ошибки, которые вы не должны достигнуть, да, там, кто, возможно, в будущем станет предпринимателем. И немного расскажу про себя и вот какой этот путь был, в чем была интересность, в чем была сложность. Мой путь IT-предпринимателя, он, ну, скажем так, чистых 8 лет, и это, считайте, с 2014 по 2022. То есть я в Крыму встретил все, что только можно было, любую сложность, про это мы тоже поговорим. Кликер здесь где-то. Константин, как вы справились с ним? О, все. Да, значит, прежде чем начну, я правильно понимаю в целом по аудитории, что в принципе здесь большая часть студенты, и я так понимаю, это как раз вот с акселератора, про который ну, раз 25 сказали, ну, наверное. Вот, и я понимаю, что вы занялись акселератором, вот начали делать какие-то стартапы, потому что, во-первых, я понимаю, что это очень интересно, очень круто, в этом сейчас есть определенный хайп. Вот. А второе, я думаю, что кто-то из вас в далеком будущем, может, надеюсь, даже в близком, я прям надеюсь, что это будет ну, совсем скоро, хочет стать предпринимателем. Если вкратце обо мне, то я здесь привел 4 таких каких-то громких факта. Я начинал как разработчик, я был Java-разработчиком. На сегодняшний день я IT-предприниматель, совладелец 4 компаний, в которых я где-то участвую в управлении, где-то консультирую, где-то ну, вот, один из инвесторов. Я начинал на своем пути разные проекты. То есть это были проекты с командами, с большими командами, с разницей, с огромным количеством времени, где у меня в команде люди сидели, начиная там, не знаю, с Индии, Камчатка, у меня на Камчатке тоже был опыт, Ближняя Азия, Россия, Европа. Были также проекты, ну то есть вот я так громко написал, конечно, суммарно 20-20,5 миллионов пользователей. Ну условно, если в единичном проекте, ну наверное, около 3 миллионов пользователей есть проект, в котором я участвовал. Что самое интересное, если мы говорим про дальнейшие действия, да, вот начало пути моего, и вот начну здесь лайфхаки. Познакомившись со мной с первого пути, я разработчик. Я думаю, что у вас есть какой-то определенный портрет разработчика, кто это такой, что этот человек себя представляет. Я патологический ленивец, это факт. Потому что на самом деле, наверное, скорее всего, лень – это один из моих двигателей развития. Вот немножко, да, звучит не очень логично, но это факт. Я хочу прикладывать как можно мало действий, но достигать максимальных результатов. То есть это является двигателем моего, что я не захотел быть все-таки просто исполнителем, просто программистом, а стал предпринимателем. То есть, как у начала пути, для меня было просто. У меня есть задачи, мне нужно реализовывать проект, мне нужно их закрывать, нужно отчитываться. В 6:30 я домой, всем пока. Но, знаете, вот когда идешь по этому пути, и ты понимаешь, что ну, тебе это не нравится, не так ты хочешь, ты начинаешь... Даже на самом деле, когда это записано у меня на подкорке, а почему записано на подкорке? Потому что я вырос в семье предпринимателей, то есть у меня родители предприниматели, то есть у меня была живая модель, как это быть предпринимателем. Я начал на себя просто брать ответственность. Я начал делать то, чего не делал вчера. Я начал помогать своим однокомандникам, условно, те, кто со мной трудились, я начал брать на себя ответственность за проекты, начал брать ответственность за коммуникацию с клиентами. Это, ну, это вот помогло мне сделать следующий шаг. Я стал руководителем. То есть, естественно, что пути на предпринимателей, и это, кстати, на самом деле, условно, это было все до 2014 года, до того, как я вступил на этот путь, я познакомился с таким понятием, как лидерство, как вести людей за собой. Шаг.
А ну-ка, с работой. Ну. О, новая реальность. Значит, мы... Хорошо. Новая реальность. Новая реальность была следующая. Смотрите. Я вам говорил, да? Я с подкорки не знаю, как быть простым исполнителем. Все. Значит, для меня формируется следующая реальность, что мой выбор не быть исполнителем, а мой выбор создавать пространство вокруг себя, а не быть обывателем или юзером. То есть я решил, что я могу поменять что-то вокруг себя. Я меняю людей, я меняю общество. Мы к этому придем. Когда я начал брать этот новый шаг, я столкнулся с определенными проблемами, с определенными вызовами, новые границы открывал для себя. И первая граница, когда я начал образовывать команды и вести их за собой, я познакомился как IT-технарь, да, вот как Java-разработчик, я закончил вообще физику. Я познакомился с таким понятием, как менеджмент. Менеджменту меня не учили, менеджменту я познавал сам. Что еще вначале немного упустил, что важно, да, я встретил на своем пути много интересных людей. Знаете, вот когда мысль формируется, что я хочу быть предпринимателем, мне жизнь начала сама подкидывать крутые знакомства, и мне подкинула очень крутого партнера. Поэтому я, в принципе, там изучился основателем. У меня есть партнер Алексей, он помог мне словно познакомиться с понятием менеджмент, потому что он пришел как раз не как я из технарей, а он пришел из менеджмента. Здесь изображена книжка. На самом деле это для меня книга много значит, потому что это первая книга, которую я прочел, когда познакомился вообще с таким словом менеджмент. Это, не знаю, может знаете, может нет, это довольно известный менеджер, исполнитель власти, что ли, в компаниях, который в компании Ford в Америке действительно вывел компанию на новый уровень, сделал много, и он считается одним из самых крутых менеджеров, условно, прошлого века. Ну да, вот так где-то. Значит, что? Первое. Я познакомился с менеджментом. Значит, что такое познакомился, что такое обратная связь правильная, а что такое планирование правильное, а что такое управление людьми. Следующие трудности, когда мы начинали действовать, начинали строить компанию, мы познакомились с нашими сложностями, крымскими. В Крыму мы встретили отключение света. Чтобы вы понимали, в моей реальности это происходило так. Мы купили себе генератор, подключили его в офис, вывели себе отдельный интернет, чтобы мы же IT-компания, у нас интернет должен быть. Мы вывели себе целую антенну на дерево, закрепив ее возле офиса, а офис был в многоэтажном здании. Да? И вот мы жили в каких-то таких реальностях. Но этот урок мне дал, знаете, что самое главное? Он мне дал первый старт моего взгляда, трудностей не существует. Есть только то, что нам нужно преодолеть, а это интересно. Вот все эти сложности, их преодолевание, это интересно. Были первые разочарования как специалиста, как предпринимателя. То есть я столкнулся с первыми сложностями, что все-таки договора нужно подписывать и продумывать тщательно. Есть все-таки немножко не экологические, нечестные люди. Я столкнулся с тем, что люди тебя могут просто подвести. Да? И первыми сложностями, с первыми разочарованиями я начал формировать немного не то понимание. Да? То есть ты начинаешь в чем-то обвинять людей. Ну блин, это вы же такие козлы, блин, эти сотрудники, эти партнеры, эти заказчики. Но к счастью, когда приходят первые результаты, положительные результаты, первые успешные контракты, первые успешные проекты, ты начинаешь понимать, что ну ты все-таки ошибался. Тут важно немного другое. Важно всегда оставаться верен своим целям, всегда оставаться верен своей мечте. И все эти сложности, ну, они разрываются и приходят реально крутые новые победы. Про победы я там, на следующем слайде покажу, к чему мы достигли. Там, да. И та компания, вот, которую мы создали, она на сегодняшний день с большим бэкграундом сложностей. Да? Вот. И на самом деле с умением выходить из них. У нас живет такое классное выражение, вот сейчас говорят кризис, а мы говорим кризис – это новые возможности. Мы сейчас живем в период новых возможностей. И мы почувствовали
и корону, да, когда все переходили на удаленку, когда все закрывались. На моем личном лайфхаке, которым я почувствовал, да, вот развивался как руководитель и предприниматель, я увидел еще такую штуку на себе, как корона. Когда ты почувствовал первые результаты, так ты что ж, тебе ж надо просто ножки задрать, и все хорошо. За тебя все сделают. Все, все, корона, корона здесь. Да, я это почувствовал и понял, когда корона эта появляется на голове, а она появляется не потому, что ее на тебе поставили, а потому что ты ее здесь нарисовал. И самое забавное, что в этот момент начинает все ломаться. И ты здесь начинаешь сталкиваться с следующим, что ты не умеешь делегировать, а еще тебя системный подход ждет. Я предприниматель-самоучка. Я прошел большой путь из спотыкания об кочки и перепрыгивания в будущем их. Но меня этому не научил никто. Я учился этому сам. И да здравствует системный подход. Для того, чтобы твоя компания стала какой-то большой, с высокими результатами, не знаю, там штат 400 человек, 18 миллиардов доход, тебе нужно знать, что такое системный подход. И ты начинаешь заниматься, там, можно сказать, что такое оргструктура, знакомиться с такими словами, начинаешь узнавать слово бизнес-процессы, автоматизация бизнес-процессов и так далее. Когда корону мы победили, с делегированием знакомимся. Чтобы вы понимали, с делегированием я борюсь по сей день. Вот можно сказать, что я добился определенных результатов. Здесь сидят мои тоже коллеги. На примере, я приведу пример прямо на коллегах. Это звучит так, что когда мои коллеги пишут мне с какой-то проблемой, пункт, который нужно решить, они, не знаю, уже поняли это или нет, я принципиально не читаю сообщения, потому что я знаю, что они справятся сами без меня. Эта задача не требует моего прямого вмешательства. Но вот такие лайфхаки я использую по сей день в делегировании. Что еще главное в делегировании я усвоил за свой опыт? Доверие. Я научился людям доверять. Не знаю, возможно, это немножко какие-то розовые очки, либо какая-то вера в будущее, но доверие помогает решать задачи. И поверьте, твои коллеги, твои друзья, назовем, твоя семья, да, она иногда решает задачи лучше, чем ты. И гораздо лучше, и гораздо качественнее. После знакомства с этими новыми качествами я ушел в понимание, что такое экономика. А я напомню, я технарь. Менеджмент немножко прочитали, узнали, что такое экономика. Экономику мне читали на каком-то там курсе один семестр, и это было очень забавно. А теперь мы учим, что такое ДДС. Ну, условно, мы учим, что такое юнит экономика, то есть мы управляем компанией, считаем, учимся считать деньги. Это важно. Когда мы начинаем стартапы, когда мы начинаем такую компанию, мы про это действительно мало думаем. Ну, в принципе, так, наверное, и должно быть. Такой, знаете, путь стартапера. Я уверен, что там 100-500 книг примерно об этом говорят. Но когда мы говорим, что мы уже сделали более один из взрослых шагов вперед, важно этим заняться тоже. Оптимизация, экономика, посчитывание денег. Так, ну-ка. Да, немножко покажу буквально на фотографиях, покажу, чуть-чуть тут клиентов прихватил. Это то, чему мы добились условно на сегодняшний день, да, там за 8 лет. У меня в клиентах есть Газпромбанк, РНКБ, ВТБ, это как пример финтеха. Есть телеком, на самом деле список большой, все укладывать не надо. Это там можно почитать, если при желании хотите, но это такое. На сегодняшний день у нас свой офис, IT-компания с дружным коллективом. Там должен быть еще один слайд. Есть. То есть дружным коллективом, вплоть до спортзалов, лофтов. Ну, то есть мы много-много-много-много что сделали для сотрудников, для, условно, вырабатывания того же доверия. И на самом деле это немножко, когда вот ходишь по своему офису, чувствуешь вот эти вещи, которые ты сделал, и ты понимаешь, что вот, уже вот они результаты. Ну вот, блин, это круто. Вот мы чего-то же достигли, это же немаловажно. А когда ты двигаешься дальше в предпринимательстве и вообще там начиная какие-то преодолевая сложности, лайфхаки и так далее, ты понимаешь, что открываешь для себя новую ступень, это как-то социально важные вещи для тебя.
У меня есть очень такое интересное убеждение, чтобы изменить мир и его будущее, необходимо изменить мышление наших детей. Я отец двоих детей, и я очень трепетно отношусь к этому, потому что я знаю, что чтобы избежать всех наших кризисов, которые у нас повторяются периодически, какие-либо еще геополитические движения влево-вправо, нам необходимо начать с детей. В эту социальную составляющую я вложил два основных фактора. Первое, я и мой партнер прекрасно разделяет мое мнение, я разделяю его мнение, и мы оба участвуем во всех социальных проектах максимально, во сколько можем. Мы благотворительность отдаем. Я сам являюсь попечителем в школе, потому что я понимаю, что это важно. Я знаю, что такое государственное финансирование. Если я могу помочь, я стараюсь помогать. Что мы еще важное сделали в этом году? Мы создали школу для детей. Это в Симферополе. Мы открыли шахматную школу, бесплатную полностью на нашем финансировании, потому что IT, оно начинается вот 6 лет. Вот где IT. 6 лет. И это важно. Вот важно вырабатывать логическое мышление. Для нас было важно помочь детям, которых нет возможности в деньгах начинать какие-то первые шаги, где-то учиться. Мы сделаем простой шаг. Шахматы. Социальная составляющая, социальные задачи – это то, что дарит мне энергию двигаться дальше. Это все хорошо, все прекрасно, но… Ну-ка, давай. Да что ж такое? Вот. Но любой предприниматель упирается в какой-то потолок. В принципе, любой человек. Мы достигаем какого-то уровня, не знаю, там, приезжаем, добегаемся какого-то оборота в компании, имеем что-то, семья, да, получаем, я не знаю, приезжаем там на дорогих машинах, но это ты понимаешь, что в какой-то момент, ну, наверное, это не все результаты, которые ты хотел, или не все результаты, которые ты мог достичь. И я столкнулся тоже с определенными новыми вызовами, да, но это уже такие немного личностные вызовы. Первое, что я здесь там написал, я бежал, споткнулся и попал к руке психологу. Я как осознанный предприниматель, я хожу к психологу, и на самом деле я познакомился с таким понятием, как личностный рост. Делая выводы, да, вот в своей прошлой жизни, я сделал первый вывод, что личностный рост и осознанность, к счастью вашему, для вас эти инструменты доступны уже, потому что вы все читаете, слышите. Вот, значит, на самом деле у нас есть цыгане много, которые тоже приносят шума, но в этом шуме есть и полезность. Вот. А когда я начинал, или мои коллеги-предприниматели, или там, особенно кто постарше возрастом, ну, для них это еще не было не столь знакомо. И я познакомился с такой понятием, как осознанность, как развитие своей личности. И я вам скажу первое, для предпринимателя рост бизнеса очень сильно влияет от масштабности руководителя, ну или владельца. То есть, да, я, может быть, не делаю тех задач, которые делают мои сотрудники, мои заместители, кто-либо, да, но моя задача направлять, строить стратегии. Для этого мне нужно расти свою масштабность моего мышления. И вот это первая сложность, с которой я столкнулся. Мышление на новый уровень. Что же поможет мне здесь? Здесь, вот что вы понимали, я начал искать от масштабных шагов, то есть вступления в бизнес-клубы и общения, да, в других городах с разным большим количеством людей, до самых простых. Я технарь, и я с детства был влюблен в математику и физику, но лишен творческого подхода. Чтобы вы понимали, мне сейчас 31 год, и у меня завтра четвертое занятие по фортепиано. Потому что я решил развивать свою творческую составляющую. Фортепиано, да, вот на минуточку, 31. Хотя, словно, 31 год мне говорили, что мне плотно медведь там ухо растоптал. Ну, вот как-то так. Но на самом деле четвертое занятие проходит, а оно мне дало гораздо больше, чем я всегда говорил, что, блин, это сложно, наверное. Я открыл новые знакомства. Я, ну, нахожу в себе новые качества. Стратегии видения на 15 лет. Я думаю, что многие из вас со временем,
Для этого тоже должен у каждого пройти путь, познакомиться с такими вещами, как цели, стратегии, видение, видение на год, видение на 3, на 5, на 15, на 25, на 35 лет. Я для себя тоже формирую это видение на 15 лет, пока вот моя меточка 15 лет. Я знаю, что, я уверен, что есть люди, которые делают это и на 25, и на 35 лет вперед, и это круто. Поверьте, 15 лет тоже сложно. Сложно сказать, что завтра будет. Прикиньте, 15 лет. Ну вот, фактически я себе формирую, да, видение то, чем я хочу заниматься, видение, каким я должен быть и какая социальную составляющую я должен поддерживать. То есть у меня вот таких три кита, которых я выражаю в задачках. Это мне помогает не бояться и двигаться вперед. Ну, здесь что ждет нас дальше должно быть, конечно. Здесь я прошу прощения, проснулся мой эгоцентризм. Что ждет меня дальше? Ну, переключись. Здесь я знал, что здесь будет очень много людей, которые занимаются стартапом, ну, хотят заниматься стартапом, возможно, будущие предприниматели. Здесь написано много избитых фраз, но на самом деле в них есть смысл о том, что вы все сможете, победа, успешный успех, не забываем. Но от себя я еще добавлю то, что не написано на слайде, вы это можете прочитать сейчас. Я добавлю одну важную вещь. Неважно, как страшно сейчас, и неважно, что вы думаете, что вам, на что вы не способны или недостойны. Знаете одну важную вещь. Вас никто не остановит, если вы действительно этого захотите. Правильно, нужно просто захотеть. Когда человек хочет, его даже локомотивом не остановишь. Вот. А как понять, что ты хочешь? Самый простой вариант, вот самый простой, это лайфхак для меня, что я хочу. Вот прям я хочу, это сложно для многих, поверьте. Вот попробуйте себе после моего выступления, так можете про себя, можете хоть-нибудь вслух загадать, ответить на вопрос, а чего вы хотите вот прямо здесь сейчас, вот что вы хотите сделать? Ну не знаю, я сейчас хочу кофе, я сейчас с вами договорю, пойду кофе пить. Ну вот, я хочу кофе. Для того, чтобы ответить, я хочу достигнуть успеха в предпринимательстве или разорвать этот мир, я должен ответить, чего я хочу сейчас, и удовлетворить это. Когда я удовлетворяю свои хотелки здесь и сейчас, у меня открываются крутые масштабные идеи в будущем. И поверьте, меня никто не остановит. В принципе, я на этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно. Жду вопросы. Что значит, я надеюсь? Я уверен, что было интересно. Но, по крайней мере, смотрите, аплодисменты сегодня у нас прозвучали в финале даже без команды. Это уже классно. Ребят, у нас, как всегда, Ришат, отведено время для вопросов. Ты готов ответить на них? Конечно. Кто готов задать? Да. Ну, я сразу скажу, что вот, знаете, не отвечать коллегам в чатиках, там они должны справиться сами... с собой, это, конечно, очень удобно. Вот, звучит, я сразу скажу, я бы рекомендовал от себя бы, наверное, все-таки им отвечать, что они могут сами решить, но нужно учесть там пару-тройку факторов. Это расширяет их границы и не дает, ну и дает возможность действительно им проявить какую-то собственную самостоятельность. Вот, просто действительно, мне кажется, это слишком удобно. Вот, да, но вообще мне интересно следующее. Зачем вам это, да, чтобы не задавать вопрос, зачем, а зачем вот это, да, если возможно, ответьте максимально глубоко. Зачем вам это предпринимательство? Это же геморрой. Страшный причем. На самом деле, смотрите, если как-то максимально глубоко достать, вот, ну, насколько возможно, сейчас получится, но я люблю устраивать демагогии, просто у нас столько времени нету и столько нету же, наверное, терпение у людей. Но по-простому, вот прямо если уместить просто в короткое выражение, я понял, что, да, вот по-простому, да, первое, я говорил на самом деле в выступлении, что я там вырос из семьи предпринимателей, и я просто другого пути не знаю. Это первое. Вот просто не знаю, как по-другому жить. Второе, когда ты не знаешь, как по-другому жить, и когда я отвечал на свой вопрос, а что я хочу? Я же могу это все закончить и действительно пойти к каким-нибудь менеджерам в какой-нибудь, не знаю, там Газпром, там возьмут, у меня даже знакомые есть. Но почему я этого не хочу делать? Да? Во-первых,
вот этот поиск ресурсов, то есть предпринимательство, это мне ответ на задачи предпринимательства, мне дают ресурс личностный. И вот я понимаю, что если я пойду каким-то другим путем, я этот ресурс не найду. И это не будет ни мое желание, это не моя свобода. Предпринимательство для меня – это просто жизнь такая. Второе – это свобода. И третье – это я просто хочу, и все. Надеюсь, постараюсь ответить. Я лично просто по-другому не смог жить. Вот и все. Вот, потому что терпеть все это, вот как это все выглядит, и не принимать это просто невозможно. Еще могу добавить последнее. Меня тут спрашивали, а расскажи мне про свой рабочий день. Я так что-то всем начинаю рассказывать, что я делаю целый день, а потом я понимаю, что или вот сотрудникам каким-то, может, новым, а что делать, там, а что делаем после 6:30. А я понял, что на самом деле, вот, допустим, я говорил занятия, да, у меня занятия в 4 часа дня. То есть в размере обычного исполнителя, вау, как ты среди рабочего дня собрался что-то там личное делать? А я говорю, а мне нет 6:30 сейчас. Я просто живу, это жизнь же такая. Ну хорошо, в 22 пойду напишу кому-нибудь. Там вот у меня сидит мой коллега Павел, я потом в 22 написываю, бывает. Он ненавидит меня за это. Ну вот, смысл такой, что ну просто жизнь у меня теперь такая. Ну вот, я живу вот без графика какого-то, что типа у меня там 6:30 должно закончить. Я не скажу, что у меня 100% получилось, но я иду потихонечку и нахожу новые вехи в совмещении гармоничном существования меня как предпринимателя вот в работе и существования как человека в социальном обществе и в семье. Ну то есть... Моя семья вот живет примерно в таком же ритме, они уже становятся такие примерно, как я. Я не удивлюсь, если мой 4-летний ребенок начнет в садике толкать что-нибудь, потому что отец показал, как это можно. Главное, чтобы он так же красиво толкал речь, как вы. Так, есть еще вопросы? Спасибо, Гриша, за доклад, очень интересно. Один вопрос, вот вы много говорили про то, что вы технарь изначально. Да. А ваш партнер, он кто? Он больше коммерс или технарь? Он больше коммерс. В принципе, это ответ, да. Потому что я так понимаю, что есть всегда ниши, в которых ты проседаешь, наверное, да? Да, да, да. И... Ну, я могу сразу ответить. Да, да. Извини, что прям вот сократил, экономлю время людей. Да, смысл я понял. Да, на самом деле, вот я говорил, что мне мой партнер дал вот эту книгу. Он меня чему-то познакомил с менеджментом. На самом деле мы очень хорошо дополняем друг друга в наших бизнесах. У меня с ним, кстати, все 4 бизнеса с ним. И что немаловажно, я дополняю его в определенных факторах. Например, я вот сейчас эксцентричный в выступлении, но когда мы говорим про дела, я очень спокойный и фактически никогда не стрессую. Прям такая хорошая стрессоустойчивость. Мой же партнер наоборот. Он такой, он эксцентричный. Эксцентричный. Да, спасибо, уже не выговорю. Но он очень кипишной, и он смотрит на мою такую, знаете, способность быть спокойным, иногда даже прокрастинировать, когда надо, и учится у меня. А я учусь у него наоборот. Бегать и много общаться. Ну, например, вот простой пример. Общаться, не бояться общаться с посторонними людьми. Для меня это было вот в начале моего пути очень страшно. Задам вопрос, если позволите, я, наверное, задам вопрос, который у многих студентов, присутствующих здесь в зале, у нас сформировался. А где искать такого классного партнера, который будет тебя дополнять, помогать и везде идти с тобой? Но вот здесь, наверное, скорее всего, жизнь сама подкидывает таких людей. Главное это разглядеть. Он сказал такую фразу, вот прям процитирую его специально, а вот с этим он. Тут, кстати, его... о вас речь идет, да? Да, я тебе тут похвалы успеваю. В чем смысл? Вот он, кстати, процитирую его, он сказал такую фразу. Очень круто, когда дружба, бизнес основан не на дружбе, а на основе бизнеса создана дружба. Вот наша жизнь и так. Слушай, по-моему, очень классное жизнеутверждение. Давайте поаплодируем, поприветствуем. Есть у нас еще один вопрос. Буквально секунду бегу к тебе. Такой вопрос. Когда находишься партнера, ты не всегда ему доверяешь многие обязанности. То есть, допустим, у меня есть пример, когда у тебя много задач появляется, ты должен доверить их партнеру, ты ему не доверяешь их. Как вот это перейти и как начать доверять? Может, есть какой-то ответ?
Беда у вас. Беда. Я объясню, почему беда. Если следить за всякими там умными, важными дядями на поприще бизнеса, миллиардеры, они все что-то говорят. Многие почему-то говорят, что с партнером, если хотите что-то заработать, построить настоящий большой бизнес, стройте сами, без партнеров. Вот многие почему-то так говорят. Я такое слышал неоднократно. С многими не согласен, но у меня хороший пример. Я скажу так. Здесь, наверное, скорее всего, вам нужно пообщаться. А почему так сложилось? Почему ты не доверяешь? Извини, сразу на ты перешел автоматом. Почему ты не доверяешь? Да, вот нужно ответить на этот вопрос. Пообщаться. Если в простом общении, в простом диалоге не рождается никаких ответов, то, ну, наверное, скорее всего, вам будет по пути не вместе. То есть рано или поздно вас жизнь разведет по разные стороны. Потому что, да, важно доверять. Но для того, чтобы доверять, нужно просто поговорить об этом, о доверии, и попытаться его найти. Если, ну уж прям нет. То есть, перефразирую, да, коммуникация одна из таких вот самых главных составляющих. Да, да. Поэтому, да, не стесняйтесь обсуждать какие-то проблемные вопросы и не стесняйтесь сейчас задавать вопросы нашему спикеру. Потому что все интересующие вас вопросы можно задать прямо сейчас. После этого он убежит. И он уже рассказал, насколько он занятой человек. Да, поймать его потом будет очень тяжело. Есть ли вопросы? А, моя любимая часть зала. Готовы? Здравствуйте. Я хотела задать вопрос касаемо делегирования. Вы к этому как-то пришли, вот именно касаемо ситуации с смс-ками? Вы к этому сам пришли или вы как-то перебарывали себя, старались, пытались не отвечать на них? Просто я, например, так делать не могу. Для меня это очень сложно. То есть попросили, ну как, ну надо, ну помочь же. Хорошо, да, давай отвечу прям подробно, потому что для меня это была тоже определенная сложность, с которой я боролся определенное количество времени и пытался выработать какие-то подходы. Знаешь, первое, что я столкнулся вот прям в сложности, вот, и скорее всего это твоя сложность тоже. Тяжело, ну, люди по качеству разные, и тяжело, вот говорил, тяжело доверить партнеру, тяжело доверить человеку, ты же хочешь хорошего результата, блин, а если он сделает не так, да, и вот ты, блин, ну я лучше сам эту задачу сделаю, чтобы не отдавать ее. Я понял, что, возможно, мне помогло слепое доверие. Я взял, вот заткнул себя, замолчал и попробовал, посмотрел. Были ошибки, но в достижении этих ошибок мне помогло определять, а кому действительно можно доверять, а кого действительно нужно проверять. Вот, это раз. Второе, система. Есть же куча систем по контролю задач. И система помогает закрыть один из страхов доверия. Если ты ставишь задачу, то ты просто согласна, знаете, простым правилам там, 3 реперные точки проверить исполнение этой задачи. Есть план Б, что если вдруг человек уже на первой реперной точке делает не того, что он должен был достигнуть, есть план, второй план Б, как эту, ну, задачу закрыть. Потому что мне нужно ее закрыть, нужно, допустим, в понедельник. Ну и не волнует. Ну а третье. Ну третье, вот, наверное, я на опыте мучился условно год с этой проблемой. Год. Ну, то есть меньше у меня не заняло. Я как, это вот прям основная битва меня внутри. Хотя я мучаюсь по сей день, да, я такой маленький лайфхак там не отвечаю. Но по-честному, это вот система, и это второе – доверие. Ну вот если не доверять, ну потом тебя ждет выгорание. Я тебя поздравляю. Друзья, специально для этого мы и проводим, соответственно, такие фестивали, такие мероприятия, потому что это у нашего гостя ушел год здесь, используя его опыт, которым он поделился сегодня, вполне вероятно, я верю в это, в том, что у вас на это уйдет меньше времени. Я тоже надеюсь. Есть ли еще вопросы у нас в зале? Так, бегу, бегу. Ну, давай уступим, ты следующий. Здравствуйте. Ришат, всех, наверное, волнует вопрос делегирования, так как ваш опыт, он интересный. А если человек прям вот сильно накосячил, да, и пишет вам сообщение, а вы не отвечаете, потом как вы делите ответственность? К примеру, есть задача, которая требует прям вот непосредственно вашего участия, и вы не отвечаете, и сроки все, прошли. Что потом? Так, ну вот прям, чтобы я кого-то игнорировал из-за этого, задача просралась, извиняюсь за мой французский, но прям такого, конечно, у меня не было.
Ну, я бы, вот по-честному, я бы нес ответственность тоже. Потому что если прям вот такая ситуация из-за моего игнора, да, преднамеренного, случился фейк задачи, то я бы здесь тоже нес бы такую же ответственность, как этот исполнитель. Ну, то есть я бы как минимум, мы бы проговорили, знаете, вот у нас в IT очень популярно подход, и он дает свои плюсы. Проговорить, почему это случилось, что мы сделаем, чтобы это больше не повторялось, и какие последствия, ну, мы получили, и, естественно, мы же будем что-то с этим делать. Вот. И второе, вот я говорил по поводу реперных точек, вот я говорю, какая-то задача, я доверяю. То есть, когда нужно проверить состояние этой задачи, я же не игнорирую сообщение, когда вот наступает этот момент. Это позволяет мне проконтролировать, что вот есть еще время свернуть. Вот я специально для этого сказал. Поэтому, ну, у меня не было такого, чтобы я игнорировал, из-за этого что-то просралось. Ну, это именно человек я написал, вот нет, и вот мы пришли в никуда. Ну, прям интересно. Вот прям я не хочу сказать, что я хочу такой опыт, но мне прям интересно, как бы я поступил бы, ну, вот в деталях. А вам об этом подумать. Спасибо. Хорошо, я потом спрошу у вас ответ на этот вопрос. И второй вопрос. За 8 лет у вас был ли ментор, и вообще был ли опыт менторства? И как вы боретесь с выгоранием? Значит, ментор. Но вот мы, кстати, в спикерской немножко обсуждали тему по поводу кумирства и всего остального. У меня есть позиция, что у меня нет кумиров. И на самом деле так сложилось, что и вот как взять идеального человека, кумира, ментора, вот мы возвышаем эти понятия, у меня такого прям вот идеального человека не было. Я стараюсь брать от всех понемногу и это упаковывать в себе. Допустим, Леша мне что-то подарил от себя, вот как человек, да, передав свои качества, я это унес с собой. Я там знаю, там есть еще много, несколько там, моих партнеров, коллег. Я что-то пытаюсь у них взять, научиться и сохранить. У меня нет кумиров, я не восхваляюсь там Илон Маском, но мне нравится его какой-то определенный подход. Да? Ну, например, не знаю, мне понравился его кейс с покупкой Твиттера. Это прям выглядело очень прикольно и очень интересно. Но вот я постараюсь здесь сделать какие-то выводы для себя, возможные, которые мне понадобятся в будущем, и утащить его для себя. Сам менторством я, честно говоря, не занимался. То есть у меня, ну, если мы не говорим про своих коллег, ну, то есть сотрудников, которых мы учим, чему-то передаем, вот если не про это, то менторство как предпринимателя, такого у меня не было. Но понятное дело, что я на своем пути обучил разработчиков, менеджеров. Ну, вот, наверное, как-то так, вот если прям выделить разработчики и менеджеры. Это было, это я передавал все знания, которые я владею, и сопровождал на решение тех или иных задач. Но вот предпринимательского не было. Так, я думаю, достаточно, да, широко. Про выгорание. Выгорание, да, простите, чуть забыл. Значит, с выгоранием. У меня случилось такое, на самом деле, выгорание немного. Ну, такой первый шаг, да, выгоранию. Мне в какой-то момент показалось, что я тут в свои 30 каким-то образом поймал себе кризис среднего возраста. Ну, блин, как так? Но что я нашел, да? Я борюсь с этим выгоранием через ресурсность. Я сказал, что предпринимательство дарит мне ресурс, это факт. Я сказал, что я занимаюсь фортепиано, это теперь мне дарит новый ресурс. Я вот теперь этот ресурс отсюда коплю. Я увлекаюсь моделированием. Я собираю разные модели. Это мне дает ресурс, и я это собираю, упаковываю. И вот это меня спасает, возможно, каких-то повседневных вещей, которые, блин, давят, да, вот то, что является нашим выгоранием. Я нашел для себя интересные вещи, я поделюсь личным сейчас. Я схожу к психологу и нашел для себя новый термин – СДВГ. Оказывается, у меня синдром дефицита внимания и гиперактивности, поэтому я такой весь дерганый. Но, я объясню, в чем прикол. А прикол заключается в том, что я всегда считал, что люди, извините за такое громкое выражение, но очень медлительно тупые. А все оказалось потому, что не люди тупые или медлительные, а просто я слишком быстрый в восприятии информации. Для меня все проходит чуть быстрее. И когда я себя на этой мысли понял, я чуть переосмыслил. И вот когда я говорю, что, блин, вот как это непонятно, блин, это ж просто. И когда человек немножко просто медленнее это схватывает эту информацию, либо наоборот, медленнее реагирует на нее, я понимаю, что, а что мне с этого беситься? Это ж нормально.
Просто я привык к новой реальности. А вот на примере моделирования мне помогает компенсировать это. И я набираю ресурс спокойствия и уравновешивания. Да, медитировать не начал. Переходим к следующему вопросу. Здравствуйте. Я так понимаю, что при старте бизнеса, при ведении бизнеса очень важен психологический момент. И, насколько я понимаю, он является самым основным из всего, что вообще касается этой темы. Так скажите, каким образом происходит вообще готовность психологическая к старту, к ведению бизнеса, дальше к организации, к самой организации бизнеса? Хорошая подмечена. Психологический момент, он не просто очень много имеет в виду нас на старте, он прям всю нашу жизнь имеет немалый вес. Мы просто очень долго его игнорировали. Но на самом деле он очень сильно влияет, если с этим уметь круто работать. Но вот насчет старта, к этому не подготовишься. Ну вот нет, даже нет смысла. Поэтому круто начинать, допустим, в 20 лет. Ну, к примеру, 19, 22. Блин, там столько энергии в этом 20-летнем теле. Меня сейчас только толкни, я побегу 20 лет, ну условно, бежать. Вот сейчас пора бежать. Когда нет груза, который тянет тебя обратно. Когда ты еще вот прям вот не осознаешь, что такое бремя психологическое. Вот не надо, не надо готовиться. Беги, действуй. А потом просто помни, что надо будет вот приводить голову в порядок. Потому что новые границы без этого невозможны. То есть делай такие чекапы, да? То есть ну, какой-то да, момент. Можно так сказать. Это очень полезно для открытия, я говорю, новых границ именно. А стартовать можно и сейчас, не готовившись. Вот прям, я не знаю, людей, которые прям, знаешь, ну, психологически, так, психолог, я хочу предпринимателем стать, что нужно, так, что, таблетки попить? Ну, такого нет, так не бывает. У нас есть еще один вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо за интересное выступление. У нас возник такой вопрос. Мы находимся в команде, очень заинтересовались IT-сферой, NFT-играми. И довольно широко раскрыли вы вопрос о коммуникациях. Как показать вообще лидеру, что мне можно доверять? Ух, сколько у вас про доверие. Ну, это на самом деле очень сложная тема с доверием, потому что любого спроси, как доверять, что доверять, вот прям какого-то однозначного ответа нет. Но как показать? Что бы я вам посоветовал? Вот много слов интересных, вот говорят много громких слов, там, не знаю, в Инстаграме, блин, под каждым третьим постом какая-нибудь психологиня вам скажет, что наши действия показывают, что нам можно доверять. Вот, это, вот, наверное, будет первый шаг. Это важно, показать, что я берусь, отвечаю и делаю. И вот это первый шаг к доверию. Отсюда же мы же и берем, что, знаете как, пришел такой положительный опыт ко мне, что, блин, вот сделал же, вот прям же молодец, раз сделал, два сделал, три сделал, блин, ну можно же ему и четвертый раз доверить. Ай, там, Света сделает все, я вам говорю. Ну вот в чем смысл, в действиях. То есть действия говорят за нас, ну, за нас сами, да, вот так звучит чаще всего под постами. Покажите лидеру, что вы взяли задачу и от начала и конца ее закончили. Это первый шаг. Второе, наверное, там, опять же, коммуникация. Коммуникация. Ну, то есть подсвечивать, что мне можно доверять. Вот я готов доказать, что мне можно доверять. Отсюда опять действие. Вот если человек не доверяет и на него ничего не прибирает, я повторил там где-то с партнером, к сожалению, это конечно, ну, тупиковый, очень тупиковый период. Ну, то есть, вот прям вы ни к чему не придете. Ну, либо, не знаю, отведите вашего лидера к психологу. Может, он ему докажет, что доверие – это нормально. Просто еще существует такая вероятность, что у конкретно этого человека проблема с детства с доверием. Я не знаю, там, его подставляли на протяжении, там, с 5 лет до какой-то осознанной жизни, там, не знаю, где-то 16, 15, 17, 18, когда она там сталкивается у этого человека. И вот у него такая модель жизни сформировалась, нельзя никому доверять. Ну, такому человеку точно надо психологу. Ну, как-то развиваться, что ли. Ну, потому что доверие есть, и оно работает, оно приносит такие результаты крутые.
Я смотрю, сегодня Ришат, помимо того, что раскрыл волнующие темы, он еще и всковырнул волнующие вопросы, да, там поднял боли, так сказать. Ну, давайте, да, финальный вопрос. Ну, я не вопрос, я просто с бара поднялся, не выдержал. Вот, я не согласен по поводу доверия, там же это просто экономическая модель. Как бы вы можете не доверять, это нужно обслуживать, это стоит времени, контроль, вот этот микроменеджмент или еще что-то. Да, если вам не доверяют, это значит, ну просто кто-то считает, что цена ошибки, она просто выше обслуживания вот этого вот недоверия. Вот, поэтому я бы исходил бы просто из этой модели, если вам не доверяют, просто покажите человеку о том, что вам просто дешевле доверять. Да, и когда человек это поймет, он просто автоматически начинает вам доверять, и там особых проблем нет. Вот, спускаться до уровня детства, ну это, конечно, жестоко вообще. Ну. Я бы исходил из экономической модели, обычно это работает. Ну, то есть, ну. Но это инструмент. Это по факту инструмент. В любом случае мы все считаем деньги. Ну вот. В любом случае. Время, деньги, нервы. Ну да. Пока наше будущее Константина не настигло, вот когда там не надо будет это все. Пока так. Друзья мои, даже давайте так, дискуссионный клуб у нас забронирован на попозже, после 18.00, и не в этом зале. Ну а на сегодня я предлагаю аплодисментами поблагодарить Ришата за шикарнейшее выступление. Множество вопросов сегодня было, большое спасибо за раскрытие темы и отдельно за то, что там всковырнули некоторые боли, я думаю, ребятам, тем более, которые только сформировались с командой, это важно. Спасибо вам, что послушали и столько вопросов.